Пойдем, пошли. Ну хорошо, сидеть. Альберт, сидеть. Вы Келли, правильно? Я Жаклин. Я играю Келли в сериале. Вы мой любимый ангел. Ваши родители разрешают вам допоздна смотреть телевизор посреди недели? Нам приходится смотреть тайком и почти совсем убирать звук. Я раскрою вам один маленький секрет ангелов. Хорошо. Когда мы были маленькими, мы много спали, учились и, самое главное, всегда слушались родителей. Так кому надо дать автограф? Что если Роджеру? Шапочку. Жаклин — самый незаменимый ангел. Берегла свои крылья все 5 сезонов. Потом она стала звездой телефильмов. Стала играть смелых героинь и исторических персонажей, таких как Флор.